Так звучит самая большая страна. Ж. Жуковский. Российский центр авиастроения. Место, где проходит международный авиакосмический салон. И. Иркутск. Старинный красивый город. У меня ассоциируется в первую очередь с Байкалом. Там какая-то такая атмосфера, которая про гармонию человечества и природы. К. Комаровка. Это деревня в Новосибирской области. Я там провел всю свое детство и юность. Отличное место. З. Зарайск. Там есть замечательный Кремль. К. Кострома. Я никогда не была в этом городе, но всегда ассоциируется с костромским сыром. А. Ангарск. Ангарск для меня может быть известен тем, что этот город находится в Иркутской области. Я сам был в Иркутске. В Ангарске побывать не довелось, но я про этот город знаю. Город Шадринск мне известен тем, что там очень сильная профессиональная команда по мотогонкам на льду и также команда по гонкам на мотоциклах на гаревой дорожке. Там много чемпионов России и чемпионов мира воспитано было. На букву «К» можно найти поселок Куса. Там прекрасная река, очень бурная, очень красивая. Я сплавлялся по ней. Архангельск, Рыва, большой город, красивый. Ломоносов родился в Архангельской области, там. Или там, будем говорить, в уезде. Продолжайте с нами. Мы – часть большой страны. 12 июня – День России.